Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешачок. У нас сегодня опять продолжается архидемон. Пробовали мы разные с вами составы. Там на стримчике даже бегали, пробовали. Парень набил 5,5. Фиг его знает, чем он даже бил. Поехали, наш состав. Я вчера на стриме бегал, попробуем еще разок затестить его. Правда, там тыковка плохо очень разгонялась. Такс. Убираем фрейку, ставим сюда. Где наш огник? Вот огника. Вот такой вот состав. Сейчас мы немножко подшаманим героев, как обычно. Томцев расставим. Так, тут поставим вот таким мы составом. 5-1, по-моему, в прошлый раз набили. Так, ставим сюда ангела, хотя бы одного. Так, тут у нас будет, пусть будет Чикабу второй. Дальше здесь у нас будет Шара третий, наш герой. Тыковка с панчбоксом будет четвертый. Так, охник у нас будет. Кстати, надо попробуем пиромага. И идем еще стрелка. Так, на стрелка мы кинем. Так, ну вроде как бы все. Отхил есть, все есть. Единственное, сейчас у стрелка попробуем. Я ради интереса хочу уже просто поставить пиромага. Затестить. Я надеюсь, мы его быстро вытащим. Обычно он быстро падает. Ну вот, отлично. Так, окей, такой вот состав. В прошлый раз, ну вчера точнее на стриме, там кто его не увидел, мы запустили, начиная с тыковки всех, сразу же в ноги. Сейчас попробуем тот же самый вариант, мне просто интересно, будет ли также она разгоняться хреново. Вот видите, 10-я секунда, мы все еще разгоняемся. Вот, теперь пошла жара. Аж на 45-й секунде, то есть, по сути, мы потеряли дофигище времени. Сорок пятая секунда, я вам скажу, это 15 секунд, это полархи. По сути, если так разобраться. Сейчас попробуем другой вариант, попробуем такой же состав, все то же. Вот видите, 18, 17, 16, аж на 15 переход. То есть, по сути, мы потеряли где-то 3-4 секунды. Сейчас мы попробуем поставить воодушевление ей вместо эмблемы борца. Вот интересно будет, как будет с воодушкой набор. По сути, мы должны там стака на 2 быстрее разогнаться, то есть это немало. Ну, видите, проскакивают, то есть не успевают. Заряжается где-то он. Да, по времени печально. Мы даже 4,5, наверное, не набьем. Хотел бы я себе такой рез плюс 2 миллиарда, хоть одного такого героя на аккаунт.
Было бы реально очень прикольненько. Такс. Тун-тун-тун-тун. Мы в прошлый раз за 35 или за 37 секунд убивали одного. Ну, плюс-минус где-то 1, где-то 1,8 будет. Сейчас попробуем вариант воодушевления восьмого. Ну, смотрите, как ровненько идет. 3, 2, 1. Ну, 5 штук, 5 ровно убили. Это при том, что мы потеряли кучу времени на разгоне, на всем. Теперь давайте попробуем тест тыкву с воодушкой. Вот такой вот вариант. Тан-тан-тан-тан-тан. Создать команду. Все то же самое. Ничего не меняем. Начинаем. Экавки. Вот смотрите. Сэкономили секунд 5-6. В принципе. Посмотрим, как это на итог будет влиять, потому что получается доп. Удара здесь не будет. В принципе, за 5 секунд мы нормально набиваем. Посмотрим сейчас по шкале времени по итогу, как оно зайдет. Ну, 18-19, то есть это первый пока, это не показательный. Смотрим, что дальше будет. Сейчас посмотрим, что там по времени, хватит ли нам завтра еще его. Время, чтобы попробовать. Попробуем завтра сердцеедку на нем. Как вариант. Вместо химки. Три, четыре. Да, походу даже чуть-чуть больше, наверное, набьем. Сейчас посмотрим по времени. Если 37 секунд мы там выбивали одного, посмотрим, сколько у нас тут секунд останется. Хотя первый наш заходик таким же составом, да, видите, пару секунд выиграли за счет старта. Ну тут опять же вариант, можно попробовать быстрее разогнать. Секунд. Даже, наверное, самый лучший результат наш будет по сравнению с первым. 363, вот так вот. То есть, по сути, воодушевление получается намного быстрее и лучше. Попробуем еще другие варианты. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Ну, неплохо. Может попробовать воодушку девятую сделать. Исцеление поставить.
посмотреть, как оно будет. Тоже как вариант. В общем, пишите в комментах. В любом случае, мы улучшили свой результат, хоть немножко, но улучшили. Все, всем удачи, всем пока.